Шел первый час ночи. За окном идет снег. И вместо того, чтобы делать то, что советует мне мой фит-трекер, а именно лечь спать и отдохнуть, нет. Мы садимся записывать Дон Старший проект. Всем привет, ребята. Так, коротко сводочка, что у нас было в предыдущей серии. Итак, в прошлой серии мы начали играть за прекрасного персонажа Эдварда из кинофильма «Эдвард. Руки-ножницы». Мы исследовали немножко нашу карту. Ну, да, немножко исследовали. Мы даже успели поселиться на одном острове, но нам не дали там поселиться такие плохие существа, как энты. Поэтому я думаю, что сегодня нам нужно просто отвоевать нашу территорию. Конечно, драться мы с ними не будем, вы же понимаете. Маленький, хорошенький Эдвард против толпы энтов, ну, как-то будет не очень. Поэтому я думаю, что мы вернемся к нашей излюбленной тактике, а именно к посадке деревьев. Я бы там, наверное, засадила остров, а потом просто уплыла бы оттуда, забрала ресурсы, потому что, ну, опять же, с энтами они будут сажать наш рассудок. Это будет неинтересно. Так, ну что, приступим. Будем тогда нарубим сейчас деревьев. Соберем необходимое количество шишек. Так, собирай. И пойдем добиваться обратно наш ресурс, потому что у нас там два сундука. Научная машина осталась. Ай, я думаю, мы все равно будем переезжать. Вот, я думаю, что если на этом острове нет обезьян, я бы жила бы на этом острове. Потому что он тоже большой, удобный, находится в удобном, ну, удобное место расположения. Поэтому сейчас посмотрим. Видите, у нас тут даже есть камни необходимые нам. Давайте я сейчас пособираю ресурсы и вернусь к вам. Так, насобирала я сколько там шишек? 17 шишек. Ну что, поплыли? Поплыли на наш родной остров. Хорошо, что я хоть успела сделать лодку неплохую, потому что я думаю, что мы бы даже уплыть оттуда не смогли. Так. Будем плыть ровно так же, как сюда. Приплыли. Здравствуйте, чайка. Идите отсюда. Я, кстати, поняла, в чем фишка. Вот это у нас, видели, полоса. Типа полоса жизни. В общем, получается она с каким-то кривым переводом, но сам факт, что она показывает, сколько все же у нас осталось здоровья у нашего моба. Моба-монстра. Поэтому, в принципе, я-то думала, надо поменять или поискать другой, но эта штука тоже удобная. Так, тихо, аккуратно. Хорошо, что у нашего Эдварда хоть нет проблем с рассудком. Так, сейчас осталось нам только выманить энтов. А чё их выманивать? Вон, они уже ходят. Вылазь. Бежали. Так, господа энты. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. Вы будете смотреть, как я буду сажать деревья? Так, надо, чтобы они поближе подошли. Так. Эпик-монстр! Да я согласна, что это эпик-монстр. Раз. Два. Ой, тюх-тюх-тюх-тюх-тюх, подождите. Подождите, подождите. Да, ты можешь посадить? Не? Утихомириваться мы не будем? Ну? Ну, я же посадила. А, ударил. Ну? Слушайте, отвалите от нас. Нет, бросать не нужно. Ну? Нет, я не болван. Ну? Подождите, двое ж сели уже, да? То есть нам осталось совсем... Мы уже засадили тупо весь остров. Ну, может, ты успокоишься? Твои друзья уже успокоились. Тихо-тихо, не надо в меня бросать. Мне осталось 4 шишки. Так, товарищ, либо ты успокаиваешься... Я посадила уже невероятное количество деревьев. А ты все еще никак не можешь успокоиться? Куда тебя посадить? Ну вот тут тебе понравится? Нет? Слушайте, он все равно не успокоился. Ой, не бей меня, пожалуйста. Хорошо. Вот смотри, я еще кокос посадила. Блин, да ты задрал меня уже. Вы видите вот эту несправедливость? Слушайте, а вон еще кокос валяется. Может, если я его подниму? Дойди. Уходи. Слушайте, у нас беда сейчас будет.
Все? Видимо, не все. Будем уходить отсюда. Потому что это нерезонно. Время к ночи. Что ж я могу поделать? Дорогой мой, давайте на этот остров. Хотя, что нам на нем делать? Обратно? Ну, поплыли обратно. Что нам делать? Эх, беда, печаль. Плывем обратно. Будем ту же тактику на следующий день уже вдохновлять, скажем так. Вдохновлять тактику. Ну, это, я думаю, что только я могла бы сказать поздно ночью подобную фразу. Так, мистер Энд, я пришла вас утихомиривать. В общем, я сплавала на тот остров. Что, откуда, из-под мышки достал? Еще встали. Слушайте, тут скоро место закончится. Посадить. О, смотрите. Один сел. Второй сел. Но этот меня, походу, уже не трогает, да? А, только его друг меня достает. Слушай, иди сюда. Вот ты, иди сюда. Да нет, кокосы доставать не надо. Просто подойди ко мне. Я устала тебя уже звать. Видимо, он глупый. Иди же сюда. Смотрите, он так смотрит на меня. Все? Нет? Слушай, сколько тебе нужно этих шишек? Почему твой собрат смог успокоиться уже? Посмотрите, сколько я засажала тут деревьев! Хорошо, тебе так. Не лучше? Нет. Почему его два друга смогли успокоиться? Куда мне уже? Тихо. Куда мне уже сажать, чтобы ты его увидел? Он же не видит так. Нет, ну, ребят, ну это полный бред. Как его сюда прогнать? Я не знаю, что с этим делать. Как его сюда выманить? У нас осталось 6 шишек. Окей. Давайте вглубь идем. Может, так он подойдет? Может, он так лучше нас увидит? Вот, смотри. Все? Боже, наконец-то. Так, все знаете, товарищи? Вот вы все... А, тебе некуда брать. Окей. Съешь, покушай. Я бы тоже сейчас покушала, но ночью кушать нельзя. Так, разрушаем. Так. Давай выбросим эти шишки. Выбрасывай шишки. Просто вот брось их сюда. Так, забирай раз, забирай два. Ага, но это у нас все равно уже почти испортилось. Ой, морские блюдечки. Ну тоже скушай. Ну ничего, у нас с рассудком все равно все окей. И костер сейчас заберем. Чего добро уж пропадать. Все, энты. Вот вы тут себе сидите, развлекайтесь, живите в свое удовольствие. Я тут жить не собираюсь. Нет, друзья. Жить с энтами хватит, мы уже с вами жили с энтами. Ничего из этого хорошего не вышло. Так, смотрим-ка. Я не знаю, возвращаться на этот остров, там пауки. Давайте вот эту зону сейчас я быстренько исследую. Может, там какой-то интересный будет островок. Ну и, конечно же, там поселимся. Ребят, пока я тут плавала, смотрите, что я нашла. Электрический... Нет, я туда пока прыгать не хочу, у нас скоро ночь. Плюс я тут еще заметила, что я не заметила... Блин, вон бутылка. Давайте-ка заберем бутылочку. Да, я знаю, я сейчас сделала себе скорость побольше. Ой, господи. Давай пристанем к какому-то берегу. А то сейчас будет полная жесть. Так, а ну выходи. Все. Подождите, мы же что, вернулись, что ли? Давайте-ка костер поставим быстренько. И посмотрим, что у нас тут... Я знаю, что мы неправильно костер поставили. Так, а ну-ка выброси пока что, у нас мясо монстра. Все равно я не знаю, когда мы сможем поставить. О, смотрите, а не так далеко-то остров. Поэтому я думаю, что мы сейчас к нему спокойно сможем сплавать. Давай сделаем факелок. Понятно. Нас же сейчас затопит, да, наш костер? Смотрите, а что это за равнобедренный треугольник, интересно? Честно говоря, никогда с ними не сталкивалась. Ну как,
в геометрии сталкивались, понятное дело. Но здесь мы, по-моему, с вами треугольники не находили. Так, у нас еще заканчивается наш факел. Так. Давай поменьше скорость. Если что, будешь бросать у нас факел. Кстати, а что это у нас за остров? А, вспомнила, что это у нас за остров. Так. Ну, давайте уже день. Седьмой день. Господи, он у нас такой перепуганный. Вы посмотрите в эти огромные глаза. 47. Ну, быстрее давайте. Бегом. Быренько. Что это за звуки страшные? Я пока топинамбур бататный топтану. Так, бросай факел. Бери это. И я предлагаю... О, блюдечки. Но, правда, нам некуда их класть. Ладно, съешь банан и забери блюдечки. Ну что, давайте попробуем сплавать. Что, где твоя лодка? Что это за странные звуки какие-то я слышу? Может, мы на том острове могли бы и поселиться? Просто даже интересно. Давайте сейчас быстренько к нему сплаваем, посмотрим. Заодно я бы хотела понять, что же это у нас был за треугольник. Интересно. Так, а мы уже подплываем к нашему острову. И знаете, я вот сейчас думаю, мы с вами раскопаем клад. Блин, у нас лодка уже разваливается. Раскопаем с вами клад и отправимся в тот треугольник. Правда, нам надо будет лодочку починить. Ох, я что-то говорила про починить, да? Кстати, надо будет нам сделать... Спасательный жилет. В принципе, эта штука нужная, учитывая, что мы с вами много плаваем. О, а вот и наше место. Семена. Зачем я с собой семена таскаю? Так. Ага, смотрите-ка. У нас тут мангровые заросли. О, бифало, здорово! Здорово, бифало. Чего ты на меня так удивленно смотришь? Не надо на меня так смотреть. Так, а ну-ка, проплываем мимо. Слушайте, я бы жила возле бифала. А у нас, кстати, с вами лопаты, походу, нет, да? Давайте посмотрим, что это у нас за остров. Что это, такой малютка, что ли? О, зато мы тут нашли лопату. Прекрасно. Так, у нас тут есть дерево. Дерево лишним не бывает. И у нас тут есть лопата. Даже не пришлось ставить эту машину. О, у нас закончилось, кстати, наш веночек. Так... Неплохой остров, но... Тихо. Так. Обломки. Куда мне вас обломки? У-у-у. Предмет лопата. Смотрите-ка. Шахтерская каска. Ну, давай, скушай. Это что? Обсидиановый топор! Ничего себе, ребята. Сказала я сама себе. Давай выброси пальмовые ветки, ничего новое найдем. Возьмем топор. Что бы нам еще такое выбросить? Яйца топчи. Золото возьми. Так. О, еще золотые дублоны. Слушайте, а почему это у нас... А, рассудок, ну понятно, потому что мы мокрые. Нет, выбрось, пожалуйста. Доски что, мы оставим тут, что ли? Вы что? Это даже не смешно. Так-с, смотрите-ка, итого. Мы находимся на вот этом... О, тут еще одна бочка. Бочки, ребята, вы меня спрашивали, что это такое. По-моему, они просто взрываются. Они не несут какой-то важной информации. Так, наверное, если вы спасаетесь от гончих, они могут нам помочь. Смотрите-ка, где наш треугольник? Вот здесь у нас треугольник. Треугольник, ну я так думаю. Наверное, он играет роль портала, что ли, нет? Давай-ка высохнем пока. Слушай, а что нам оставить-то? Я бы сейчас сделала нам нормальный рюкзак. Так. Только, правда, я не знаю, что нам там нужно для нашего рюкзака. Слушайте, а мне кажется, или как-то больше пунктов появилось, нет? Наверное, у меня уже совсем глюки. Так, что тебе не хватает? О! Вот это по-нашему. Так, бросай здесь каску. Бросай дублоны. Это выбрасывай. Это выбрасывай. Снимай свой мокрый рюкзак. Одевай... Блин, все равно он вла... А, не-не-не-не-не-не-не-не-не! Дорогой, каску ты у нас сними. Все. Теперь у нас хоть нормальный рюкзак есть. Тогда и листья заберем. И это заберем. И это. Давай-ка разрушим. Мы же не будем оставлять здесь его? Нашу машину. Нет, подожди. Возьми, пожалуйста. Разрушаем. Забирай. Золотишко нам лишним точно не будет. Текс! Все равно у нас скоро ночь, поэтому я предлагаю здесь... Порубить немножко деревья.
И на следующее утро, получается, мы с вами отправимся... О, смотрите-ка, у нас рассудок, в принципе, ну, из 600, но у нас уже вот эти буки начинают появляться. Плохо дело. Плохо дело. Я надеюсь, что к нам сейчас эти товарищи гончие не придут. У меня нет желания сейчас с ними сражаться. Так. Яиц мы с вами насобирали. Теперь у нас хоть есть чем питаться. У нас, кстати, батат садится. Так. Значит, сейчас мы с вами сделаем костерок. И переждем ту ночь. И на следующее утро уже с вами отправимся. Слушай, не хочешь мне дублончиков дать? Френдли. Ты воняешь. Да ты сам воняешь. Иди отсюда. Короче, делаем сейчас костер. И отправимся на следующее утро уже за этим. Посмотрим, что же такое у нас стоит наш... А ты не хочешь разбить у нас? Ты ему уже все равно не поможешь. Так, давай-ка поставим костерок. У нас как раз ресурсов полно. Я слышу, что змеи ходят. Сделаем побольше. Обсохнем заодно. Так, все, обсыхаем, повысим наш рассудок и будем отправляться вплавь. А вот и утро. Ребят, я решила походить с обсидиановым мачете. Знаете, даже интересно, ну вот сколько у нас надо? 3, 4. Ой-ой-ой-ой, юхо! Ух, не надо меня бить, у меня так с головой проблемы. Слушай, отстань-ка ты от меня. Слушайте, а хорошая тема, сколько нам? 6 ударов понадобилось? И у нас еще довольно целая наша мачете. Текс. Значит, да. Наш треугольник там. Ой, подождите. Давайте тогда починимся. Где наша чинилка? О! Чудненько. Поплыли. Здравствуйте. Так. И значит, нам надо практически... Практически по прямой. Понятненько. А, так подождите, тут у нас уже... Слушайте, а что это у нас тут? Такие волны. Мы снова намокаем. Господи, как же у меня бомбит от намокания. Слушайте, давайте как-то будем ближе к нашим островам держаться. А то мне прям жалко на него смотреть. Обсидиановый топор. По-моему, обсидиан, если я не ошибаюсь, вы можете меня поправить, добывается из вот этой вулканической породы, что ли? Мне не нравится наш рассудок. Ой, не нравится. Слушайте, а чем нас этот остров не устроил? А, у нас тут нет деревьев, чтобы рубить. Печалька. Печалька-печалька. Так, у нас есть приготовлен. Давай батат съешь. Надо как-то нам с тобой повышать тебе здоровье. Так. Значит, сейчас по прямой и потом чуть-чуть уходим правее. Смотрим. Может, еще какую-нибудь бутылочку найдем? Обсидиановую мы еще здесь вещи с вами не находили. Так. Ой, ой-ой-ой. Какие грозные волны. Не трогайте меня. Меня ж бомбить начинает. Так, тихо. Тихо, пауза. Ша. Нам надо правее уходить. Слушайте, мы прям сквозь нее прошли. Чудненько. Плыви, плыви, пожалуйста, родной мой. Я хочу тебе найти... Мы же сейчас с тобой пытаемся найти тебе хороший остров для жизни. Для того, чтобы его найти... Я уже запуталась. А, вон наш треугольничек. Господи, ребята, у нас прям тут волны. Это получается у нас уже практически середина... Или уже середина осени. А у нас еще сейчас больше сядет рассудок. Вы же знаете, если я права, и этот треугольник у нас будет играть роль червоточины, то у нас на 15 или 20 пунктов садится. Ох, где ты, треугольник? Так, вот наша бочка. Ну что, прыгнем? Да-да-да-дам. Я боюсь. О, безрассудно, да. И смысл было мне сюда прыгать.
Да. Да. Печалька. Ты что за зараза? Слушай, ребята, это рыба-меч? Еще к нам пристала. Уходи. У, уходи. Чай гончи! Не, ребята, я так не играю. Я хочу на... Я хочу на сушу. Отвалите. Блин, еще и лодка. Поплыли. Плыви, плыви, родной. Плыви, плыви, плыви. Плывем, плывем, плывем. Смотри, почти приплыли. Почти приплыли. Почти, почти, почти. Есть. Так, выбрасываем. Кушай. Давай посмотрим, что у нас за еще один клад. Ребята. Ничего себе. Сказала я себе. Это же далеко плыть-то. Слушайте, он у нас хочет лодочку побольше. Ну что, давайте попробуем ему организовать. Тростниковый парус, легкий лодочный фонарь. Давайте попробуем поставить. Так, а где мы находимся? Мы находимся... Слушайте, а что это за остров? А, ну да, точно. Это же тот остров, где мы с вами переждали нападение. Так, а ну-ка давай ты у нас разобьешь... Забьешь. Я думаю, что нам же наверняка понадобится сейчас строительный материал. Ай, наука. Давай вот здесь поставим твою научную машину. Какую мы тебе можем сварганить лодочку? Тростниковая бронированная. Алхимическая машина. А это у нас же алхимическая машина. А это научная. Ну, конечно. Так, прости, пожалуйста, дорогой мой. Грузовую тоже. Подождите. А чё это мы с вами выпендриваемся? Тут же вон сколько было этих камней. Тут, по-моему... Если бы они еще каждый нам дали по 2 золотых слитка, ну да. Я размечталась. Тут же, по-моему, было 3 камня. Я думаю, что мы сейчас сможем пособирать сколько нам нужно. Заметьте, у нашего персонажа 600 рассудок. И все равно мы умудрились его здесь посадить. Так. Того у нас сейчас есть, грубо говоря, 5 камней, да? Так, смотрим. Смотрим. Все, получается, мы все камни добыли. Простите, блюдечки, вас пока брать. Ну, я стоптану. Лучше я блюдечки заберу. Так, я понимаю, что идет к ночи. Давай-ка костеридзе поставь у нас тут. И добавь сюда саженец. А! Можно было не делать костер. Ну ладно. Неважно. Давай-ка мы с тобой сейчас. Значит, нам алхимическая машина. Нужны две вот эти штуки, да? Да-да-да-да-да. Давай пока бутылку брось. Сделаем-ка мы с тобой каменные блоки. Раз, два. Мы можем сейчас сделать тогда две эти штуковины. Раз, два. Есть. И теперь... Да-да-да-дам. Алхимическая машина. Смотрите, нам нужны каменные... Раз. Два. Есть? О! Genius! Гениально, коллега. Так, и теперь нам нужна лодочка. Я хочу сделать все-таки бронированную. Значит, у нас есть... Ой, нам нужно еще немножко ракушек. Хорошо, что у нас сейчас день. Ну, не день. Какой у нас сейчас... Что ты что, ко мне идешь, что ли? Твали, придурок. Ты мне скажи, тебе что нужно для этой постройки? Для... Ага, веревка нам все-таки нужна. Слушай, отвали. Мне не до тебя. Мне вот чисто не до тебя. Так. Раз нам нужна веревка. Тут же ракушки должны быть. Знаете, это уже становится не смешно. Тихо, убегаем. Убегаем. Слушайте, отвалите. Я вас не трогаю, вы меня не трогаете. И всем живется хорошо. Давай-ка ты у меня, дорогой мой, сделаешь еще раз. Понимаете, почему нет смысла жить на этом острове? Вы теперь понимаете? Побежали за ракушками.
тоже возьмем. Если мы будем просто на нем жить, к нам ночью будет постоянно... О, смотрите-ка. Гриб вырос. Подождите, а почему здесь нет ракушек? Урмовенька! Что, я не смогу бронированную лодку сделать? Издевательство какое-то. Слушайте, какие у нас тут есть острова рядышком? Наш остров. Ну, давайте, наверное, я сейчас быстренько смотаюсь. Просто хочется реально с хорошей лодкой уже плавать. Сплавать за тем кладом. Поэтому давайте я пока вернусь. И продолжим строить лодку. Ребят, хотите просто вот угарнуть? Вот угарнее не придет. Вы просто даже не можете себе представить более угарные вещи. Я была на нашем острове. Я была на этом острове. Я была на этом острове. У нас не было ни одной ракушки. Не было. Вообще, вы представляете? Я не знаю, что с этим миром не так. Почему он так криво-коряво генерировался? Но... Факт остается фактом. Я еле-еле насобирала эти дурацкие ракушки. Сколько у нас, кстати, уже? Целых 12. То есть, смотрите, мы сейчас с вами сделаем бронированную лодку. И получается, все. Мы с вами не сможем, допустим, защититься. Это жесть какая-то. Так, ну у нас хоть полнолуние. Можем пока пособирать, полутаться тут. Жесть, зачем нам шишка? Сбери свою шишку. Я бы сейчас тут пособирала, по-моему, я видела кусты с ягодами. Ягоды-тыгоды. Ягоды-ягоды-ягоды. Так, а тут у нас... У нас здесь нет камушков золотом. Ну, я думала, может, на всякий случай, если понадобится. Но, увы и ах. Текс. Где у нас тут были... Блин, какие красивые эти деревья. Так, ой, прости, пожалуйста, собирай. С едой-то, как видите, у нас, в принципе, более-менее. Тьфу-тьфу-тьфу, конечно. Здравствуйте, мистер Лобстер. О, еще один кустик. Слушайте, а светлячков мы сейчас... А, ну да, мы не можем ловить сейчас светлячков. У нас просто нет паутинки. Мы, конечно, можем пойти повыманивать пауков из своих... Из своего логова, но... О, а вот и утро. Так, друзья, отправляемся тогда домой. И я хочу наконец-то сделать нормальную лодку. Поехали. Сделаем лодочку и отправимся за нашим новым кладом. Так, добрались мы с вами уже. Ну что, теперь-то ты хоть можешь нормальную лодку сделать? Чего тебе не хватает? Бронированная. Так, значит, тебе не хватает веревки. А веревка у нас... Раз. Два. Все. Есть. Оп. Чудненько. И я бы сразу сделала, наверное, для этой нашей лодочки какой-нибудь парус, что ли. Хотя нет, давайте, зачем нам парус? У нас-то с парусом... так, что у нас там? Тростниковый парус. Хотя, знаете, давайте, может... Ну, я не знаю, опять сейчас рубанем. Опять у нас будут проблемы с энтами. Я как-то морально... я морально не готова. Давайте лучше сделаем... Давайте. Давайте-ка лучше сделаем сетку, наверное. Сетку мы сделать можем. Парус. Железный ветер, лодочный фонарь. Пушка. Рыболовная сеть. Стоп. Три веревки. Ну, давай сейчас сделаем с тобой сеть. 40, так. У нас есть 50. Может, там что-нибудь полезное будет? Термальный камень. Да нет, спасибо, нам сейчас он не нужен. Раз. Два. Три. Знаете, что я бы сделала, ребята, сейчас? Я бы сделала спасательный жилет. А вот потом бы уже занялась спальник. А где наш спасательный жилет? Наверное, здесь, в морском он находится. Тык-тык-тык-тык-тык. Спасательный... Ага, нам нужна ткань и лоза. Ткань и лоза. Мачете у нас есть. Ткань-то мы с вами сейчас сделаем. Он наша лоза. Так, кромсай, пожалуйста. Есть. Раз. Мне кажется, тут кто-то есть, да? Слушайте, мистер Рассудок, хватит падать. Я не хочу, чтобы вы падали. Будьте всегда стоячим.
Ой, нельзя играть по ночам. Да нет, не трогай ты этот гриб. По ночам играть нельзя. По ночам нужно спать. Не надо ломаться. Да, вот по ночам ломаться точно не надо. Так. Бери. Это тоже бери. А, ну так раз нам не нужно было спасательный жилет. Подзорная труба, рыболовную сеть сделаем. Так, ну нам она сейчас пока не нужна. Давайте-ка сделаем ткань. Ткань один. Две ткани или сколько, скажи, пожалуйста. Так. О, спасательный жилет. Причем будем плавать только в нем. Потому что вы помните, я никогда не забуду эту всю лажу, которая у нас с вами происходила. Когда мы с вами плавали-плавали. Давай бамбук, наверное, соберем. Бамбук лишним бывает. Когда мы с вами плыли и просто тонули. А так хотя бы, насколько я знаю, если оденешь, будешь плавать в спасательном жилете, то тебя, если вдруг у вас лодка нагнется, то тебя просто телепортирует. ТПшнет в какое-то другое место. Так, собирай. Нам бы сейчас еще паучков... Может, паучков поубивать, а? У нас еще мачетка неплохая. Нет, этих я не хочу. Вот этих... А, нет, подождите. Это как раз большой кокон. Вот этих можем повыманивать, да? Подождите-ка, у нас коконы разрослись, что ли? Здрасте. Будете на меня нападать? Ку-ку. Отходим. 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 Железа нам лишняя. О, смотрите. У нас как раз две железы выпало. Еще будут? Это все? Это все, на что вы способны? Значит, нам нужны три удара. Ой, только не надо мне тут агриться, окей? Ну, мясо монстра мне пока не нужно. Подождите, они вообще тут заканчиваются? В этой паутине? Мне так нравится, он так пригибается. Мясо монстра. Окей. Ой-ой-ой, ребят. Мне страшно. Бей, пожалуйста, пожалуйста. О, смотрите, что у нас получилось. Мы хотя бы с вами смогли добыть немножко паутинки. Так. Где у нас там находилась наша стоянка? Ух! Жесть какая. Так, давайте тогда сейчас переждем эту ночь и отправимся за нашим кладом. Ребята, смотрите, что я... Блин. Смотрите, что я узрела на нашей карте. Это король обезьян, что ли? Почему мы его не видели? Слушайте, а что это вообще такое? Я такого еще никогда не встречала. Давайте подплывем, только аккуратненько. Возьми что-нибудь. Где ты находишься? Вот, смотрите. Смотреть. А что можно с тобой сделать? Чё ты спишь? Что тебе можно дать? Золото тебе нельзя дать? Дать золотую след... Не, не дам. Давайте мы ему еду дадим. Мне не хочешь? А золото если дам? Не? Тоже не хочешь? Слушайте, как интересно. По-моему, здесь его можно открыть как играбельного персонажа, если мы найдем какую-то корону. Где нам ее искать? Так, нет, ребят. Этими китами займемся в другой раз. Я сейчас хочу сплавать за нашим кладом и сделать перерывчик. А то эта серия у нас такая напряженная вышла. Так, а мы хоть правильно плывем? Ох, вы посмотрите, сколько нам с вами плыть. Ладненько, поплыли. Что нам уж делать? Друзья, так нечестно. Я нашла еще один клад. И пустую бутылку. Так, кстати, почему мы не одели... Давай, брось пока. А ну, прочти. О, у нас еще тут третий клад. Да вы что, издеваетесь? Бутылку брось пока. Пусть они у нас тут валяются. Слушайте, это какая-то просто жесть. Вы посмотрите, сколько всего мы нашли за эту серию. Так. Пока мы... Знаете что? Вот, серьезно. Знаете что? Я думаю, что мы продолжим с вами оба этих клада изучать уже в следующей серии. То мы сегодня уже достаточно наигрались.
набегались, напрыгались, насобирались. У меня уже голова идет кругом от этого всего. Причем еще, смотрите-ка, неплохой такой островок нашли. В плане того, что у нас тут есть золото. Вы знаете, золото у нас тут проблематичная штуковина. Слушай, не хочешь вырыть немножко? Копай. Отлично. Подожди, куда ты ушел-то? У тебя закончилась лопата? Да. А, мы можем взять, слава богу. Копай. Тих-тих-тих-тих-тих. О, есть один. И, по-моему, вот еще две кучки было. Давайте сейчас их раскопаем. А следующую серию мы начнем с того, что начнем... Блин, 9 дней осталось. Начнем с того, что будем отправляться за нашими кладами. Ох, тих-тих-тих. Подождите, по-моему, там... нет золотых самородков. Ну, ладно. Так. Так, аккуратненько. Забери, пожалуйста. Так. Все, это все, что тут было. Ладно, окей. Ну все, ребят, я надеюсь, что вам понравилась эта серия. Она мне самой очень понравилась. Тут столько эпика и интересного было. Поэтому обязательно поставьте лайк, если вам, конечно, понравилось. И я думаю, мы увидимся в следующей серии. Посмотрим, что у нас за два клада. Наконец-то найдем место для постройки. Ну и, в принципе, продолжим выживать, смотреть на весь этот эпик интереснейший. Ну а я с вами прощаюсь, ребята. До новых встреч. Хорошего дня вам. От меня, от мистера Мартышки. Хороший, я знаю, я очень хорошая. Все, ребят, пока вам. От меня и от Эдварда.